Всем привет, в эфире CG Stream, и сегодня у нас в гостях прекрасная Мария Панфилова, поговорим про 3D, и ваши постоянные ведущие Алексей Мельников, Алиса Хусандинова, всем привет! Всем привет. Здравствуйте! Да, сегодня мы наконец-то делаем стрим по 3D, и пригласили прекрасные гости, и, Маш, расскажи, пожалуйста, как ты вообще связала жизнь с 3D, как ты стала 3D-художником? Угу. Можно коротенько, можно развернуто. Хорошо. Начинаю, значит, рассказывать. Начала заниматься 3D с 2010 года, и мне тогда было лет 20. Но до этого я, как бы, любят обычно рассказывать, я люблю рисовать с детства. У меня такого особо не было, то есть я не то чтобы там очень много в детстве рисовала, но у меня было увлечение именно компьютерной графикой. Мне было интересно, ну, что можно графическое создавать с помощью компьютера. И поэтому я увлекалась флешом, увлекалась разработкой сайтов. И потихонечку так входила в мир рисования, пыталась там тоже. Вот. Но вот с 10 там, до 20 лет, ну, я все пробовала, там, Photoshop немножко изучала. Но это было на уровне хобби, и я не очень понимала, что мне нужно делать. Я не очень это воспринимала как профессиональную деятельность. И когда встал вопрос, куда идти учиться, я решила... Ну, в итоге я пошла на психолога учиться. Вот, и вот на своем опыте столкнулась... Сейчас вот гуляет ВКонтакте статья про токсичность, если видели, среди художников. Как это называется? Commission... Дешево, что-то такое. И, ну, могу сказать, да, это так, потому что когда я выкладывала там свои рисуночки в интернет, мне часто приходили комментарии: бросай рисовать, это не твое. И, ну, никакой помощи, и все, вот только, ну, опускание вниз. И, в общем, из-за этого я подумала, что какая-то ерунда, у меня не получается, и пошла в другую профессию. Вот, но... Ну, во-первых, я должен отметить, что ты коллега, поэтому уже жму руку. У тебя то же самое? Психолог. А, круто. Да. Вот. И потом все-таки меня продолжала интересовать компьютерная графика, и я попробовала зайти с другого входа. То есть я решила, что 3D — это такая сфера, что это тоже, ну, это компьютерная графика, но там можно не уметь рисовать, и можно начинать там с самой ерунды, там моделить какие-нибудь домики, и вроде бы человек не рисующий вполне сможет с этим справиться. И я сейчас покажу некоторые свои работы из тех времен, то есть это 2010-го, где-то по 2013-й. Ну, показать, что на самом деле все эти картинки я не выбирала самые красивые, я наоборот выбрала такие, ну, сильно проходные. Значит, ну, то есть тут карандашные рисунки. Так. Ходила на наброски, училась рисовать с натуры. Ой, блин, разрешение плохое тут. А потом я подписалась на курсы Романа Гура, и там уже пошло такое обучение. Ну, на самом деле, это был мой первый шаг в такое академичное обучение. Я, ну, впервые вообще начала узнавать все эти понятия, там, как падает цвет на объект, как там рисовать тени, ну, про анатомию. И уже такое обучение пошло, ну, от хобби к чему-то более целенаправленному. Вот, и что я еще делала в отношении 3D, то есть у меня шло параллельно, я немножко рисовала, немножко 3D изучала. И 3D — это было прохождение очень большого количества туторов. И я повторяла, ну, то, что делал инструктор, и, ну, так узнавала там все программы Maya, ZBrush и так далее. Вот эта комната — это повторение тутора. Лепила всякие лица. То есть видно, что все такое не очень красивое. Слепила руку, очень ей гордилась тогда. Отрендерила ее. Вот это тоже домашняя работа с курсов Романа Гура. А это по тутору лепила.
Вот. Можно сказать, что делала так больше в стол, то есть я не пыталась всем, ну, показывать и сказать, вот, смотрите. Ну, то есть я понимала, что это не очень, надо работать дальше. Сделала, это был мой первый персонаж лупольный. Я как бы ему сначала сделала дизайн, где он у меня тут есть, вот. Вот, и потом смоделила. Так, и плюс еще я сходила на курсы Real Time на недельный по май. И там познакомилась с преподавателем, который потом привел меня на первую работу. Но это был очень длинный... А с кем, прости, пожалуйста, я просто знаю инструкторов там, поэтому... Зовут его Вадим Борзенко. Он сейчас на мультфильмах работает. У Вадима Борзенко я учился ZBrush в свое время. А, здорово. Да, очень хороший преподаватель. Я не знаю, преподает он сейчас или нет, но если преподает... то есть, знаете, часто берутся люди преподавать, которые... Ну, у них хороший скилл, но они не очень умеют объяснять. И Вадим как раз из таких, который очень хорошо преподает и воодушевляет, и все такое. Вот. Я, кстати говоря, согласен. Прости, что перебил, извини, пожалуйста. Я просто хотел нашим зрителям порекомендовать, что если, да, хотите изучить ZBrush, Вадима Борзенко можете найти и пойти к нему. Это, скажем так, оплата такая вот за его труды. То, что он крутой. Но про первую работу... То есть это все было растянуто во времени, и там я сходила на курсы, и между курсами и работами там прошло где-то год-полтора, и у меня были какие-то попытки войти в индустрию, и очень часто вот спрашивают художников, какой у них был первый заказ, и я вот могу рассказать, какой у меня был первый заказ. Я сделала вот там, клиент продавал такие пиксели пластиковые, из которых можно было собирать картинки. И, типа, ему нужна была визуализация того, как это выглядит в реальной жизни. Но тут интересный момент, что заказ этот стоил 300 рублей. И нашла я его на сайте Freelance.ru. По-моему, Freelance.ru. И, конечно, немножко я там посидела, потусила, поизучала, какие выкладывают заказы. Ну, в конечном итоге поняла, что это, конечно, шляпа. Потому что расписывают работу, ужасный демпинг там идет, накидываются сразу люди, я возьмусь в комментариях куча людей. И, в общем, сколько я там не сидела, вот это единственный заказ, который у меня получилось выполнить. Ну, я поняла, конечно, что надо продолжать делать портфолио, не выпендриваться и устраиваться в офис. Вот, и потом я все-таки устроилась в офис. А, кстати, вот эта работа как раз была моим... Что-то вроде первого тестового задания. Как раз на работу, где Вадим Борзенко работал, был там лид-моделером, и он говорит, вот у нас есть персонаж, полицейский китаец. И там был такой эскизик. Я начала делать, ну и там буквально через несколько часов я ему показываю, вот, смотри. И он, ну, что-то так посмотрел, сморщился и говорит, типа, ну ладно, забей. Ну, в общем, он меня остановил, я перестала делать, и когда я... Меня все-таки взяли на работу, у меня было портфолио, но оно было составлено из вот таких работ, скорее. А персонажей я там не делала. То есть мои работы на тот момент делились на две группы. Это работы, ну, в кавычках, в стол, которые были, ну, по персонажке в основном. И работы такие красивые, презентабельные, это, ну, что-то типа вот таких рендеров, которые, ну, выглядели довольно нормально, у них был нормальный рендер, модельник, там все как надо. Вот, и пока работала, постепенно делала, продолжала, и хоть я и не делала персонажей поначалу, мне все равно хотелось их делать. Изучала анатомию, лепила лица там одни за другими. И через несколько лет, это год 2014, наступил переломный момент, как мне кажется, когда я все-таки добилась прогресса, и, наверное, вот он наступил с этой работой. Я делала по туториалу анатомию человеческую, туториал Райана Кингсли. То есть он все это лепит, каждую мышцу, и вы лепите вместе с ним.
И сильно поднялось у меня понимание после этого. И в тот момент я работала вот как раз на мультфильмах. И мне хотелось в игры попробовать. И поэтому я ушла с работы и стала делать для себя, уже доделывать портфолио. И плюс еще всякие, ну, было больше таких коротких работ, типа спецскульптов. Возникал переход количества в качество, как мне кажется, в тот момент. А, еще покажу, кстати, вот в процессе работы. Тогда был конкурс Комикон, и тогда вокруг конкурсов была очень такая шумиха. Все участвовали в конкурсах. Сейчас конкурс есть, но уже поменьше. И меня надоумили тоже поучаствовать в конкурсе, и я сделала такую модель. Причем вот тот случай, когда я чувствовала, что не готова участвовать в конкурсе, но из-за того, что все участвуют, какая-то навязанная сверху желание, что надо, все участвуют, и я поучаствую. Вот он. Сейчас найду текстуры. В общем, полное разочарование было от того участия. Вроде бы что-то сделала, доделала, но понятно, что это совсем не победитель. И с тех пор у меня сильно... То есть до сих пор я конкурсы не очень люблю. Наверное, вот у меня какая-то вот самооценка проблема. Мне больше нравится делать для себя и как мне нравится. Вот. Так, давайте еще без работы расскажу. Получается, в офисах я проработала года 3 или 4, и потом я вышла на фриланс, и сейчас 2 года я фрилансер. Ну, собственно, так-то, если коротко, то все. А можно один вопрос уточняющий? А в какой момент был переход на фриланс, и почему ты перешла на фриланс, почему все-таки фриланс, а не студия? Переход на фриланс произошел в тот момент, когда у нас в студии закрылся проект, на котором я работала. И проект был интересный, амбициозный, сайфайный. А вместо ему на замену пришел менее интересный проект, там, где лупольные модели и хендпейд. И параллельно с этим мне начали приходить через ArtStation, через Brush Central предложения от зарубежных заказчиков, которые выглядели очень привлекательно. Ну, я как бы на двух чашах весов посмотрела, что мне интересно. Искать ли, менять ли студию в Москве, может быть, перейти в какую-то другую студию, или попробовать поработать на этих заказчиков. Сейчас покажу. Я просто хотел бы уточнить вопрос. Смотри, ну, ты вот, тебя можно назвать 3D-шник, ну, вернее, ты 3D-шник, да? У художников в основном на фриланс уходят люди, которые прям, ну, вот, уже очень скилластые, то есть это значительно выше среднего уровня, и среди художников среднячков на фрилансе я знаю крайне мало. Как это обстоит у 3D-специалистов? Я думаю, то же самое. Потому что... Ну, среднячок, ну хотя, знаете, какой среднячок, смотря кого считать среднячком и кого считать выше среднего. Но, конечно, мне кажется, сигнал к переходу на фриланс это когда вам приходит интересное предложение. Если интересных предложений пока нет, значит, вы еще пока, ну, пока еще рано. Если предложение приходит, значит, можно подумать. И вот мне от этой студии пришли, я до сих пор с ними работаю, Axis Animation. Они для меня такой самый стабильный заказчик, то есть я пробовала еще с разными другими работать, но они мне поставляют работу довольно часто. Вот. И после какой работы мне начали приходить предложения? Ну, наверное, вот после этой работы. То есть тоже такой переломный момент. Вот. Хорошо, суперски. Я думаю, что мы сейчас перейдем к основной нашей, скажем так, теме. Я думаю, что, Алис, ты не возражаешь? При чем здесь? Я просто внимательно слушаю, да. Маша, может, расскажет, о чем она сегодня будет нам рассказывать, да. Потому что мы знаем, что ты подготовилась, и у тебя есть что рассказать. Значит, первое, о чем я начну рассказывать, это как найти себя в 3D. И мой ответ на этот вопрос: нужно смотреть на то, какими вы обладаете качествами, и это первое. А второе, что вам интересно. И какие качества имеют значение для меня.
Ну, например, есть люди более креативные, у которых много разных идей. Есть люди менее креативные. Это объективная характеристика, и она существует. И креативность даже, вот, Алексей не даст соврать, как психолог, можно измерить. Есть специальные тесты, которые измеряют её. Да. Там обычно, ну, такой типичный тест, это когда дается там, например, предмет кирпич, и вы должны быстро придумать способы использования кирпича. Ты про тест Крайса или Крауфлера? Какой из двух? По названию не скажу. Давно это было. По способам применения? А способы применения, да, Крайса, кирпича. Да. Ну, там разные вариации есть. Какие еще качества? Коммуникативность. Любите ли вы вызов в вашей работе, то есть чтобы было сложно, чтобы нужно было решать какие-то задачи? Или вы любите что-то спокойное, что пришли и что-то делаете красиво, типа все хорошо? Или являетесь ли вы больше гуманитарием или технарем? Есть ли у вас какие-то особые увлечения? Там, если вы, например, очень любите технику, это, и знаете, вы там постоянно, когда идете по улице и видите что-то, какой-нибудь танк, вы начинаете его рассматривать, как он устроен, это тоже можно использовать как ресурс для своей профессии. И профессии в CG в целом, то есть это кино, игры, там, очень много. Но есть несколько профессий, которые я вот поместила в кружок, они находятся в фокусе внимания людей из-за того, что вот есть ArtStation, да, и мы в основном видим эти профессии. Это художников-2D-шников в основном и моделеров-персонажей. Остальные профессии немножко оказываются в тени, и я считаю, это очень зря, то есть новички могут быть немного сбиты с толку из-за этого, они видят то, что на виду, и мечтают там быть как, ну, свои кумиры, да, но они не видят, что есть очень много других интересных профессий, и если вот вы новичок и смотрите на эти названия, они вам ни о чем не говорят, обязательно погуглите, посмотрите в отдельности, что это, и на самом деле добиться каких-то больших результатов и успеха можно в любой из этих профессий, стать такой, ну, своеобразной знаменитостью, то есть, мне кажется, незаслуженно они так немножко уходят из внимания в интернете. И я разделила как бы карьеру на 3 участка. Так. Ну, пускай так будет. И в зависимости от того, на какой вы стадии находитесь, вы немножко, ну, есть у вас разные соотношения, сколько вы учитесь, сколько вы практикуете, сколько вы делаете еще что-то. И если вы новичок, я рекомендую как раз вот по этой причине, да, что очень большой выбор и нужно найти себя. Поэтому нужно изучать все подряд и смотреть. Значит, это можно делать так, это можно делать таким способом. Там качать разные туты из разных сфер, проходить, смотреть разные софты. Это очень полезно, это расширяет кругозор, и в будущем как бы вы все равно будете в теме всех этих предметов, и оно лишним не будет. И плюс еще поэтому, да, смотрите, очень много туторов, и у новичков конечная задача все-таки найти работу, правильно? Но вот здесь как раз вот такая двоякая вещь. Найти работу надо, но в каких-то вещах вы еще пока не обладаете тем уровнем, чтобы ее найти, поэтому нужно показывать в интернете то, что качественное и презентабельное, а где-то у себя там в блоге, но не в портфолио, не на ArtStation, то, что, чему вы пока только учитесь. Я привела примеры вот таких работ. Я не скажу, что авторы этих работ новички, скорее всего, нет, но это такие работы, которые новичок вполне может с ними справиться, как я считаю, потому что здесь вот пример очень абстрактной картинки, абстрактные фигурки, здесь не нужно как бы знать анатомию, да, но довольно относительно простой текстуринг, но выглядит это очень красиво, и конкретно эта работа очень много лайков на ArtStation собрала. То есть тут важно выбрать предмет, который посилен для вас. Вот как с драконами дела обстоят? У меня просто есть такое наблюдение, что драконы вообще в целом всегда набирают много лайков. Все очень любят драконов.
При этом, чтобы слепить дракона, опять же, не нужно знать анатомию на таком сильном уровне, как знают люди, которые людей лепят. Они такие фантастичные животные, там можно пофантазировать, там можно отойти от реальности, и это все равно будет красиво. И плюс вот конкретно этот дракон, он был слеплен по концепту Лоуриэл Остин, и как бы дизайнерское решение уже было сделано, и такую работу сделать несложно, да? И, то есть вы новичок, вы хотите сделать красивую работу, сделайте дракон, как пример. Ну, или какой-нибудь вот пропс, который, ну, тут чисто моделинг и чисто визуализация, ну, и текстура. И вполне, ну, как я считаю, для новичка посильная задача, и что-то типа такого я и делала поначалу. Вот. Предположим, работу вы нашли, средний уровень, что я здесь посоветую? Здесь у меня пример работы Артёма Дорохина. Сейчас я, может, его открою. Ну, можете сами зайти, найти на Artstation легко. Раньше... Почему я его взяла пример? Пример, мне кажется, очень хороший. Он работал раньше рендерщиком, но решил перейти в моделинг. И в своих работах, то есть он занимается этим чуть больше года, в своих работах он использует свою сильную сторону, умение рендерить, умение там делать волосы, умение ставить свет. Но так как по моделингу он еще пока учится и у него еще средний уровень, он умеет за счет рендера показать работу так, чтобы она все равно смотрелась круто, несмотря на то, что моделинг еще нужно дотягивать, ну, скульптинг. И я считаю, это очень хороший пример. И у вас, скорее всего, будет так же, когда вы средний, так как диапазон того, что нужно изучать, очень широкий, скорее всего, вы будете в чем-то хромать, но что-то у вас будет хорошо. Например, вы по работе делаете много там, ну, того же оружия, да, и у вас уже набита рука на это, значит, надо в портфолио показывать, какое красивое оружие вы умеете делать. Вот. И, кстати, по поводу конкурсов. Мне кажется, конкурсы — это идеальный момент для участия в конкурсе. Это вот где-то между средним и выше среднего, где-то вот здесь. Как раз-таки это такой способ перейти из одной стадии в другую. То есть, ну, человек, который победил на конкурсе, он, ну, можно считать его, да, что он выше среднего, раз он победил. И, кстати, вот Артём, он с этой работой как раз занял, по-моему, второе место на ArtVar, если я не ошибаюсь. Вот. И что насчет высшего среднего? Ну, это, конечно, уже так из раздела философствования, что делать на уровне выше среднего. Но мне кажется, что люди, которые уже... А, вот про кризис я тоже поговорю. Ну, вот сейчас. На среднем уровне наступает кризис, и я это замечала на очень большом количестве примеров. Со мной лично разговариваю много людей, которые, поработав года 3-4-5 в офисе, например, начинали мне жаловаться, что у их работа рутина, и им это надоело, им не нравится проект, и постепенно теряют вообще интерес ко всему этому. И есть такое распространенное мнение, что новички, они обычно такие полные энтузиазма, с горящими глазами, да, а когда уже человек там сидит годами в студии работает, у него это все пропадает, он это все растеривает. Но на самом деле не все. Тут вот можно поделить людей на две категории, которые со временем действительно как-то остепеняются и останавливаются на достигнутом, а есть, которые всю жизнь не теряют этого энтузиазма. И это как раз влияет на то, как человек преодолел кризис. Нашел ли он из него выход, или он остановился? Вот, и если он нашел выход, он становится выше среднего, и здесь, мне кажется, нужно уже искать сферу, возможно, это немножко сужение специализации, и становиться действительно лучшим в чем-то одном. Ну, можно привести пример вот Хусейн Дипа, да, который делает очень реалистичных людей. Ему приходят заказы именно на эту тематику. И как бы понимаете, да, чтобы достичь такого уровня в скульпте реалистичных людей, нужно вот прям бить в эту точку. То есть он нашел свое призвание.
И что еще для людей высшего среднего? Мне кажется, им нужно делиться знаниями. И вот по себе скажу, что я в основном знаю тех художников, лучше знаю тех художников, которые проводили какие-то курсы, те же стримы проводили. Потому что, ну, я за этим всем слежу, и если он чем-то таким делился, то я обязательно посмотрю и запомню его как художника. А есть такие художники, которые просто делают красивую годноту, и, ну, они, о них может, в принципе, никто не знать, потому что они вот просто делают и делают. Но это, конечно, не обязательно такая вещь, но мне кажется, что самые лучшие они делятся обычно. Хорошо, можно я вставлю тогда минутку рекламы тебя? Ты можешь рассказать о том, что ты скоро выпустишь, и немножечко это прорекламировать. Угу. А я сейчас делаю анатомического льва. Анатомию льва. Сейчас ты мне бы это показать. Могу показать забрашу. А, ну, то есть это не тутор, это модель. Это будет гамроут, я правильно понимаю? Да. Я просто хотел бы прорекламировать для всех ребят. У нас, как правило, мы всегда советуем покупать гамроуды у прекрасных, замечательных и художников, и 3D-шников, и аниматоров. И когда выйдет гамроуд у Марии, в общем, ребят, не поленитесь, купите, он крутой, реально будет. Ну, на самом деле, он, конечно, не скажу, что он нужен всем. В основном он нужен тем, кто интересуется анатомией животных и изучает, и с анатомией животных есть проблема, что в интернете источников меньше, чем по анатомии людей. Именно поэтому я решила за нее взяться. Проект такой, ну, очень объемный получился. И нужно было вот решить этот пазл по книжкам, разобраться, где какая мышца, как она идет, куда. И на самом деле по книжкам очень тяжело. А когда имеешь такую цифровую скульптуру, то гораздо проще что-то скрыть и посмотреть. Вот. Я надеюсь, что скоро ее доделаю. Вот. Хорошо, я думаю, что можем вернуться к лекции. Это была и минутка рекламы. Да. Идем дальше. А, и немножко подробнее поговорю вот про тот кризис. Кстати, ну, я написала, что кризис на среднем уровне, но кризис может наступить в любой момент жизни, и это не обязательно в середине карьеры. Ну, есть такое мнение, что там кризис, да, среднего возраста есть. Есть кризис третьего курса у студента, да. И в середине карьеры тоже, мне кажется, вот, есть кризис, и он тоже относится к таким кризисам середины чего-то. Но как бы не обязательно. И первая причина, почему кризис наступает, это потому что то, чем вы занимаетесь на работе, перестает быть интересным. И здесь довольно очевидное решение – это менять работу, хотя, конечно, понятно, что с этим все не так-то просто, и предложение работы довольно ограничено, но есть много способов обходных. Вот опять тот же фриланс, да? Есть люди там, которые боятся выходить на фриланс. Здесь надо уже смотреть, что вам интереснее, чтобы у вас была удобная вам работа, комфортная, или чтобы у вас были интересные задачи. И здесь я написала, работа — это не семья. Что это значит? Что очень часто работодатель и наемщик, или как сказать, работник, в общем, они вступают в такие отношения, что очень хорошие отношения, и там работают уже вместе лет по 5, и начинаются такие взаимные уступки друг другу, что да, у нас сейчас проект не очень, и я понимаю, что тебе неинтересно, но зато, типа, мы тебя все очень любим, у нас очень хороший коллектив, и вообще, если ты хочешь, ты можешь сегодня опоздать, ну, прийти попозже, можешь завтра уйти пораньше, ну, мы на это не посмотрим. И это доходит до каких-то крайних ситуаций, когда люди приходят на работу нетрезвыми, и это тоже как бы все окей, потому что отношения такие не деловые становятся, а семейные скорее. То есть, и часто вот, когда человек пытается выйти из этого, он рассматривается как предатель. Потому что вот мы тут все так друг друга любим, а ты вот от нас уходишь. И
человек может быть вовлечен в это, и несмотря на то, что работа неинтересная, но ему там так уютно, что он и по этой причине не хочет уходить. И про печеньки, да, это известная тема, что студии часто начинают подкупать работника всякими удобствами, типа там спортзал, печеньки на кухне, свежевыжатые соки. И это все очень здорово, и как бы мы знаем, что топовые студии, там типа Гугла, Яндекса, там студии Лебедева, они это все делают, но просто нужно держать в голове, что это не главное. Главное, чтобы у вас была интересная работа, и чтобы она предполагала какой-то рост для вас. Если этого нету, не ведитесь на печеньки. Да, позвольте перебить, я просто не знаю, когда лучше задать вопрос. Как раз в чатике ребята спрашивали, что делать, если ты живешь в маленьком городе, что бы ты посоветовала, если у ребят нет каких-то больших студий. То есть сразу переходить, допустим, на фриланс, на те же какие-то американские, да, иностранные компании, или ехать в большой город, типа Москвы, там, Петербурга, какой-нибудь другой, что ближе, работать в студию. Что бы ты посоветовала в таком? В целом, я новичкам советую начинать со студии, то есть фриланс, как мне кажется, это работа, когда вы уже получили опыт в студии, вы узнали, как работают все отделы, вы немножко социализировались, вы научились какой-то этике, и потом, зная это все, имея это в виду, вы переходите на фриланс, когда вы работаете на клиента удаленно, вы все равно понимаете, как там что происходит, поэтому все равно советую начинать не с фриланса, а со студии, и... Может быть, 2D-шникам проще немножко начинать с фриланса, потому что у них, как бы сказать, они рисуют картинки, им дали задание, и у них там все фотошопом, считай, ограничивается. А у 3D-шников оно технически все немножко сложнее, и находиться в студии полезнее, чтобы понимать, как все работает. Вот, так что, да, я советую больше переезжать в какой-то другой город, где работа есть. К тому же, имейте в виду, что... Мир становится более глобализованным, и постоянные переезды — это то, что будет со временем становиться больше в порядке вещей. Не бойтесь это делать, это здорово, новый опыт, новые впечатления и так далее. Вот. Идем дальше. Не соглашаться на то, что не нравится. Это, конечно, я не имею в виду, что не нужно соглашаться, когда вы уже работаете, и вам дают задачу, и говорят, надо это сделать, а вы говорите, я не буду делать это, мне неинтересно. Нет, так, конечно, делать нельзя. Если вы уже устроились, значит, вы согласились на те условия, которые вы обговорили в начале. И вы работаете на проект и заинтересованы в том, чтобы проект получился крутым. Но в каких случаях нужно отказываться? Вот именно когда вы... Например, ищете новую работу, и вам заранее предлагают то, что для вас довольно сомнительно, но вы как бы боитесь, что, возможно, вы не найдете чего-то лучше, и соглашаетесь, ну так, со скрипящей душой, да, то есть на самом деле вы не очень хотите это делать, но все равно соглашаетесь. И это такая очень опасная вещь, и, кстати, она есть с фрилансом, и, наверное, поначалу я немножко ей болела. Вот, когда я начала фрилансить, у меня было отношение к фрилансерам, к клиентам, как будто я на них работаю на постоянке. И получается, все, что они мне не предлагают, я должна делать и даже это не обсуждать. Ну, так как обычно это в офисе бывает. Но потом я поняла, что это ошибка, и что в культуре фрилансеров вообще такого нет. У них там, они могут в любой момент отказаться, никто на вас не обидится, никто не сочтет, что вы там кого-то подвели. И поэтому каждый раз, когда мне падал новый заказ от одной и той же студии, они каждый раз спрашивали, вы хотите работать над этой задачей? И я каждый раз думаю, а что они меня вообще спрашивают? Ну я же на них работаю, конечно, я за это возьмусь. Типа, какая разница, хочу я или нет? Но потом мой подход изменился, и я уже начала отказываться. Если я не хотела, то я и не делала. И, в принципе, так со временем научилась говорить людям «нет». И оказалось, что в этом нету ничего криминального. И если вы не отказываетесь, то, поверьте, другие фрилансеры отказываются, и, получается, вам сваливается та работа, от которой другие отказались. Искать интересное в неинтересном. Ну, тут такой момент, что
все-таки иногда нам приходится делать то, что нам не нравится. И это нормально, и иногда действительно нету предложений лучше, но тогда вы можете подойти к этому с инициативой, активно изучать какие-то новые инструменты в процессе выполнения этой задачи, менять способы выполнения и так далее. То есть это тоже зависит от вас, насколько ваша работа вам интересна. Вторая причина — устаревающие инструменты, она довольно актуальна именно для 3D-шников, что очень быстро развивается компьютерная графика, и там рендеры приходятся на смену один другому, там даже, блин, выходит новая версия Maya, и там все кнопки меняют местами, просто так, чтобы не было скучно жить. И есть такая проблема, и иногда человек очень упорно там работает над тем, чтобы добиться хороших результатов в какой-то программе, и потом она действительно теряет актуальность, на ней приходит на замену что-то другое, и он думает, а зачем я вот что все это делаю? Он сталкивается с разочарованием. Вот, и нужно всегда это иметь в виду, и здесь я могу предложить сужать круг компетенции, то есть не пытаться охватить сразу все сферы, да, с которыми сталкивается 3D-моделлер, а, может быть, тоже вот находить какую-то сильную сторону, в которой вы разбираетесь больше, чем в остальном. И тогда вам не придется так ожесточенно за всем следить. А работать над базой, это многие художники советуют, изучать те скиллы, которые никогда не устареют. Это анатомия, свет, цвет, композиция и так далее. То есть там придет скоро VR, там еще что-то, но эти вещи останутся всегда, и я думаю, что они всегда будут востребованы. Прости, пожалуйста, что перебиваю. Ты вот просто сейчас упомянул, знаешь, триггернул слово, сказал, вот скоро придет VR. А какие нововведения, которые сейчас приходят в индустрию, тебе больше всего импонируют и почему? Нововведения, которые приходят в индустрию. Да, какие больше всего нравятся и почему? Вот тот же VR, например. Я не знаю, можно ли считать современный текстуринг нововведением, потому что он за последние годы изменился, вот пришел Quixel и Substance Painter, и очень сильно изменил текстуринг. Кстати, есть люди, которые там привыкли текстурить в фотошопе, и они так немножко настороженно относятся ко всем этим процедурным вещам, а я, в свою очередь, их просто обожаю и стала любить текстуринг после того, как они появились. Он сойдет с нововведения. Очень даже. Вот, что еще? Ну, в принципе, вот всякие вот эти использования 3D для концептов мне тоже импонируют. И я считаю, что это двигает уровень графики в целом вверх. И сейчас добиваются большего реализма за короткое время. И нету вот такого, что все рисовать круглой кистью. Мне кажется, что эти нововведения, они как бы делают лучше. То есть, и я не считаю, что работа от этого становится менее интересной, потому что вы все равно выполняете творческие задачи, вы все равно контролируете все вещи, если вы обладаете артовыми скиллами, там, с фотобашем, с 3D, с чем угодно, вы все равно это сделаете лучше, чем человек, который там не умеет это делать. То есть не нужно бояться, что это как-то сделать кого-то невостребованным, как мне кажется. Вот, и цитата: нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте. То есть CG — это из профессии, где, пожалуй, надо постоянно учиться, и это надо принять как данность, и не забывать об этом. Нехватка времени — это тоже еще одна причина кризиса. Самая распространенная причина, когда у человека сильно становится не хватать времени, и самая, мне кажется, оправданная, то есть, которую можно оправдать, это когда появляется семья и дети. И здесь я даже спорить не буду, когда дети, дети — это важно, и там ущерб детям, конечно, не нужно там пытаться фигачить карьеру, лучше вывести карьеру на какой-то уровень, а потом уже заниматься детьми. Вот. Но потом дети идут в школу, и можно к этому потихоньку возвращаться. Вот, знаете, есть художник Крис Коста. Он такой очень олдскульный 3D-шник, очень крутого уровня.
Сейчас найду его. Гугли проще. А, Крис. У него был... То есть у него есть семья. Ну, я так просто смотрю там по Фейсбуку и так далее. И он выпал из... Он был очень крутым раньше. Потом он выпал из этого... Из этой тусовки. А сейчас он вернулся и фигачит еще в два раза лучше. И... То есть он... преодолел все эти кризисы, все эти нехватки, продолжает делать, и это здорово. Меня очень вдохновляют такие примеры. Когда люди уже, ну, занимаясь CG 10 и больше лет, продолжают этим заниматься и продолжают покорять какие-то новые вершины. Вот, и очень важно, конечно, ну, насчет приоритетов, понять, почему вам не хватает времени, если это не дети, что-то другое. Что это за вещи, которые мешают вам, и расставить свои приоритеты, что вам важнее, чтобы заниматься интересным любимым делом или заниматься какими-то другими вещами. А на своем примере я стала гораздо меньше играть в игры, и это, конечно, очень грустно, и как бы сказать... Но, с другой стороны, сейчас наступил такой момент, что мне реально заниматься своим делом приносит больше удовольствия, удовлетворения, чем играть в игры. И, то есть, это, возможно, первое время это было какое-то лишение для меня, но сейчас я не чувствую никаких проблем с этим. Хорошо, у нас вопрос от нашего подписчика с ником Сырок. Здравствуйте, Мария. Скажите, пожалуйста, сколько минимум по времени нужно, чтобы выйти на ваш уровень с нуля? В скобочках примерно. И распространенный вопрос, но я его задам, так как это вопрос с донатов. Каким графическим планшетом вы пользуетесь? А, про планшет я потом еще расскажу. Сейчас я пользуюсь Хуйон 221, по-моему, называется. Хайон же, Хайон. Да, Хайон. Вот, но я про это расскажу еще, потому что там есть тоже интересное с этим. А, ну и что еще сдерживает и вызывает кризис, это когда вы проваливаетесь в зону комфорта, и вы уже боитесь делать что-то сверх, и вообще как-то двигаться, потому что вам и сейчас хорошо, а вдруг вы начнете делать что-то другое, и ваш волшебный мир разрушится. И я всегда была за то, чтобы... не оставаться долго в зоне комфорта, что эта вещь довольно... Ну, знаете, есть люди, которым и нормально быть, но просто, опять же, зависит, какие у вас амбиции. Если у вас, если вам хочется достичь чего-то очень классного, то зона комфорта будет вас держать позади. И вот тут несколько цитат. «Stay foolish, stay hungry». Оставайтесь, ну, дураком и оставайтесь голодным. То есть всегда держите себя в том состоянии, что вы не уверены в себе, вам еще есть куда-то, куда расти, и у вас есть какие-то вещи, которым вам хочется иметь, и вы постоянно идете вверх. И при этом вы не боитесь, что у вас что-то не получится, потому что иногда люди не видят, то есть... Когда мы смотрим на других успешных людей, мы не видим, с какими фейлами они сталкиваются. И вот здесь есть картинка с айсбергом. То есть мы видим на поверхности успех, но мы не видим все, что за этим стоялось. То есть то, что они себя посвящают этой цели, ставят себе, намечают цели, упорно для этого работают, у них есть распорядок дня, привычки. Они сталкиваются с разочарованием, когда... Ожидания и реальность не совпадают, это тоже абсолютно нормально. Они приносят жертву, то есть они отказываются от каких-то удовольствий, которые отнимали у них время. И, конечно, сталкиваются с фейлами, но продолжают работать и приходят к успеху. И это из таких вещей, которые иногда забываешь, потом посмотришь еще какой-нибудь очередной стрим, где об этом говорят, напоминают тебе об этом, и ты снова воодушевляешься, и снова идешь работать. Это нормально. Наверное, всегда есть такие спады и подъемы, да?
Вот. Мне интересно, прости. Ой, блин, да. Я тебя опять перебил, мне так жалко, что я, знаешь, пытаюсь, когда ты замолкаешь, я пытаюсь ставить что-то и случайно тебя перебываю. Скажи, пожалуйста, а как ты думаешь, а у 3D-мастеров тоже бывают такие же стагнации, как у людей, которые там, вот, как у художников, которые не могут что-то нарисовать, и ты вот прям, а такая, блин, я не знаю, что задизайнить, поскульптить и так далее. У 3D-мастеров, ну, смотри, вот на моем примере, да, у меня до сих пор есть стремление уметь рисовать в 2D, и я до сих пор себя чувствую жутко неуверенно в этой сфере, и не знаю, что мне нарисовать, и сижу перед белым холстом, и как бы у меня вот есть такая сфера, где я себя жутко неуверенно чувствую, и я до сих пор там пытаюсь... Но с 3D, ну, стало со временем попроще, то есть, вот, кстати, с 3D у меня такого было меньше. Если я не знаю, что помоделить, я могу взять фотку знаменитости и начать ее моделить, ну, скульптить. И, как бы, никогда особо не вставал вопрос, что помоделить, как-то всегда находилось. Ну, или там найти концепт, его поскульптить. Но так-то с кризисами, конечно, и все сталкиваются, и 3D, и 2D, мне кажется. Там проблемы с самооценкой и так далее. И вот когда вас атакует лень, часто причиной лени становится страх. Страх того, что у вас не получится, и вы заходите там в ВКонтакт, смотрите крутые работы и думаете, о боже, я так не смогу, и начинаете прокрастинировать из-за этого. И здесь нужно задаться вот важным вопросом все-таки, да, особенно если вы новичок, если среднячок тоже. На своем ли я месте? Делаю ли я то, что мне действительно интересно, хочется и получаю от этого удовольствие? Либо я делаю то, что мне навязано сверху? Или там, то, что мне, ну, сбрело в голову, что это хорошее дело, но на самом деле мне это не нравится? И если ответ нет, не на своем месте, то возвращаться вот сюда и искать какое-то другое место. Но... Если все-таки вы получаете, в целом, это такой временный период, но в целом вы получаете удовольствие от этой деятельности, вам нравится сидеть и рисовать, или сидеть и скульптить, и ваш ответ «да», то есть много приемов, как бороться со своим страхом. Тут, опять же, повторюсь про делать в стол и про токсичность, что люди вообще такие существа, что зачастую они норовят... испортить вам настрой, обломать вам крылья и сказать, что это не ваше. Это существует, особенно в России, как мы знаем, и поэтому, ну, нужно иметь это в виду, и иногда, возможно, просто делать свое и не слушать то, чего вам говорят другие люди. Они очень часто пытаются вам объяснить, что вы не на своем месте, хотя вы вполне, может быть, и на своем. То есть слушайте в этом плане себя и не слушайте других людей. Поэтому и окружайте себя правильными людьми, которые вас как раз будут поощрять. Не дружите с теми людьми, которые обламывают вам крылья. Дружите те, которые пытаются вас поддержать в вашем деле. Расписывать план. То есть, когда вы создаете себе рутину, составляйте список, что я сделаю завтра, что я дела, которые я сделаю на месяц. Оно позволяет перестать вам останавливаться и прокрастинироваться, потому что у вас есть четкая схема действий, чем вы займетесь завтра. И это реально очень помогает. Найти свой источник мотивации. Вот про мой источник мотивации я могу назвать, какой источник мотивации связан с моей личностью. Вот я обладаю неустойчивой самооценкой, и мне постоянно нужен успех, чтобы вспомнить о том, что я на самом деле нормальная. То есть это еще взялось с детства, да, я сталкивалась с таким буллингом в школе, то есть меня там дразнили, обижали, и, ну, занизили мою самооценку, и через мою деятельность я каждый раз ее поднимаю. И это на самом деле просто охранительный источник, то есть если с вами такое было, вы можете это использовать как ресурс. И когда там ты постишь работу и получаешь какие-то хорошие отзывы, для меня это просто вброс эйфории и вброс мотивации продолжать работать. Если этого долго не происходило, у меня снова, ну, начинается какая-то депрессия, и мне надо снова что-то сделать, чтобы снова получить эту дозу мотивации. Но у вас может быть как-то по-другому, то есть это зависит от человека, от его особенностей.
Следующее — сравнивать с собой, ну, то есть не сравнивать с другими, это такой универсальный совет, то есть следите за тем, чего добиваетесь вы, как было вчера и как сегодня, получилось ли у вас что-то лучше, чем было. Не смотрите на людей, у которых, возможно, на 10 лет больше опыта, и понятно, что там совершенно другая ситуация. Кстати, меня же спросили, сколько нужно лет, чтобы дойти на уровень, я, кажется, не ответила на него, да? Да. А, смотрите, хорошая новость. Если там смотреть, как у меня было, я начала в 2010 году, закончила, то есть сейчас 2018 год, да? То есть 8 лет. Но когда растет уровень компьютерной графики в целом, уменьшается количество времени, которое нужно человеку, чтобы достичь того уровня, которого достигают люди сейчас, которого уже достигли люди сейчас. То есть это на самом деле такой трамплин, от которого каждое следующее поколение CG-художников отталкивается. И вполне возможно, что такого уровня, как у меня, вы можете достичь и, там, и за 3 года. Это вполне возможно. Но это зависит тоже еще от вас и от того, как вы упорно занимаетесь. Но если такую прикидку, сколько времени нужно, чтобы работу найти, я бы сказала, что там в районе года 2, да, чтобы посидеть, поизучать там софты нужные, сделать какую-то... То есть через год теоретически можно джуниором пойти, да? Да, думаю, что да. Причем, знаете, какое-то время назад я бы сказала, что нужно года 2, сейчас я уже, наверное, могу дать год. То есть, мне кажется, это время сокращается. Вот, ну, ограничить соцсети, тут все понятно. Вот, и в чем состоит наше обучение? Я делю это на 3 части. Это обучение, когда вы проходите курсы, смотрите туториал, повторяете, делаете стадики. Практика — это когда вы делаете уже свои работы, рисуете, скульптите. И анализ — это когда вы смотрите, во-первых, работы других людей и пытаетесь проанализировать и пытаетесь как-то им подражать. И плюс вы анализируете свои работы, что я сделал не так, как мне сделать лучше в следующий раз. И здесь вот сюда входит фидбэк, но я хочу подчеркнуть, что фидбэк и самоанализ — это две немножко разные вещи. Можно сильно прокачать свой самоанализ, а фидбэк, в свою очередь, он дает, он вам сильно помогает, но он не прокачивает ваш самоанализ. То есть, когда вы задаете вопрос не другому человеку, а самому себе, вы думаете над этим, и вы развиваете эту черту. Ну, здесь как раз та ситуация, когда себя нужно сравнивать с другими, именно не с людьми, а с другими работами, и сравнивать, что моей работе не хватает, что есть у этой крутой работы, как я могу улучшить. И люди грешат тем, что иногда они застревают на каком-то одном из этих 3 пунктов. Иногда они очень много практикуются, но не занимаются анализом и не занимаются обучением. И приводит к тому, что у них нету прогресса, они делают одно и то же, повторяются, и из работы в работу их ошибки повторяются. А есть люди, которые грешат тем, что они застревают на обучении, тогда они записываются на все курсы, но у них нету времени выполнять домашнее задание. И получается, они слушают преподавателей, но они не практикуются и надеются, что это поможет, но на самом деле без практики обучение сильно теряет свою эффективность. Поэтому, если вы где-то обучаетесь, позаботьтесь о том, чтобы у вас было время обязательно на практику. И есть люди, которые застревают на анализе, которые постоянно... Это, кстати, из тех людей, которые любят сидеть ВКонтакте и, ну, коллекционировать работы других людей, и которые любят комментировать и указывать другим, что в их работе не так. То есть они занимаются вот этой мыслительной деятельностью, типа, как надо сделать, я знаю, как правильно, но при этом они все знают, конечно, но они не на практике это не показывают. То есть это 3 случая застревания. На самом деле хорошо, когда все в гармонии, когда человек примерно одинаково и практикуется, и обучается, и анализирует. Тут понятно, наверное. Очень понятно. Продолжай, пожалуйста. Еще оставлять вашу мотивацию на высоком уровне, ну, я считаю, что очень важно делать то, что приносит вам удовольствие,
то, что вам нравится, а не то, что вы там как-то рассчитали, что будет выгодно делать. И поэтому вот это одна из причин, почему я не участвую в конкурсах, потому что немножко конкурсы ограничивают диапазон того, что вам, что вы можете делать. А я, например, хочу по максимуму делать то, что нравится мне, и то, что я хочу делать в данный момент. И я не хочу подчинять свои персональные работы каким-то дополнительным условиям, они меня стесняют. Хотя я знаю, что у многих людей наоборот. Это мой случай. Вот. И мне важно, ну, мне кажется, важно искать, вот, если зайти на ArtStation, да, там все, в принципе, работы, там, в пиксах классного качества, но есть те, которые цепляют вас, а есть, которые вы видите качественные, но, типа, вам все равно на нее. И нужно обращать внимание, что вас цепляет. И я, в принципе, вот когда гуляла по Пинтересту, я очень зацепила классическую скульптуру, глиняную, деревянную, и мне очень понравилось много авторов, которые там часть из некоторых я вот здесь написала, можете их погуглить. И у меня сложилось впечатление, что сейчас есть очень много скульпторов, которые добились очень крутого уровня с классическими инструментами, там, пластилин и глина, а не в 3D. То есть средний уровень классической скульптуры сейчас выше, чем средний уровень 3D-скульптуры. Поэтому у них можно много чему научиться, просто изучая их работы. И мне очень нравится, как они подходят к подаче. И можно увидеть, что я на самом деле очень много вещей заимствую именно из классической скульптуры. Ну вот посмотреть этого быка. То есть, почему он так раскрашен? Это же не его настоящая расцветка быка. Но эффект дает просто офигенный. Мне очень нравится смотреть на такие работы. Я получаю эстетическое удовольствие, и мне хочется делать что-то, так, что-то подобное. Если я посмотрю на скульптуру реалистичного быка, которого заскульптили там со всеми морщинками, мне он будет не так интересен, как вот такой экспрессивный бык. Тут в основном, конечно, животные, но это не обязательно животные. Здесь много вещей у классической скульптуры, как мне кажется, которые можно заимствовать для себя. Вот очень нравится этот эффект, когда людям делают всякие, это называется negative space, негативное пространство, отрезают какие-то куски, и я даже не знаю, как словами объяснить, почему это выглядит круто, но это выглядит очень круто. И то есть я смотрю на такие картинки, и меня они вдохновляют, и пытаюсь это реализовывать в своих работах тоже. И плюс еще, мне кажется, классические скульпторы очень сильно шарят в том, как композиционно подать свою работу. Они делают очень интересные позы. Ну, то есть это тоже, если сравнивать с CG-работами 3D-шными, они более сухие. Вот, поэтому сейчас меня CG 3D-шные работы вдохновляют не очень сильно. Мне кажется, я их уже пересмотрела за такое время. А вот классическая мне очень нравится. Что меня еще вдохновляет в последнее время, это лайн-артные 2D-шные работы и манго. Из-за того, что они очень пластичные, очень динамичные, и у них... то есть я сразу представляю, как это можно заскульптить, и в скульпте это, ну, будет офигенно смотреться. Тут, наверное, еще повлияло то, что я ходила на наброски долго, и я очень люблю вот тему пластики и такой стилизации в сторону преувеличения каких-то форм. И мне это нравится гораздо больше, чем реализм, когда есть небольшая гиперболизация. И еще вот в последнее время я стала больше манги читать, потому что вот аниме я тоже люблю, но в аниме рисовка отличается от манги тем, что в манге статичные картинки, и они в одном кадре стараются передать максимум динамики, максимум движения, чтобы, глядя на статичную картинку, вы видели это движение. Композиционно манга очень классная. И плюс еще я люблю японский стиль, то, как они делают кричер в том числе,
То есть тут совмещается, мне нравится и в целом рисовка, подача композиции, и еще мне нравится дизайн. И для меня вот это офигенный источник вдохновения манга. Переходим ко второй части, уже такой ближе к делу. Потому что я позже буду показывать рендер. И такие небольшие советы, как сделать так, чтобы ваша работа была более презентабельная. И одна из вещей, которую я заметила, то, что делает вашего персонажа более презентабельным, когда вы делаете не просто персонажа, а персонажа с еще чем-то, но я не говорю фон, но присутствует какой-то, например, предмет. Самое банальное — это когда персонаж делает оружие, держит оружие. Но это уже такая немножко избитая вещь, да, уже там... мужиков с пушками наделали огромную кучу. Это, ну, в общем, не обязательно оружие, но что-то. И вот здесь пример, когда персонаж сидит в окружении, и это, ну, и плюс еще поза. И делает работу гораздо интереснее, чем если бы он просто стоял. Здесь пример, когда флаг сзади, и это делает работу просто в разы интереснее, композиционный, по тонам. Здесь такой более абстрактный сделали фон, причем вы видите, что персонаж очень контрастный, а фон такой сведенный, более монотонные цвета, то есть фон, он вроде бы присутствует, и он очень классно дополняет персонажа, но он его не перекрывает. И поэтому я пишу, что соотношение фона и персонажа должно быть примерно 80 на 20, либо 2 к 3. То есть они не должны быть один к одному, чтобы персонаж не спорил с фоном. Вот еще тоже хороший пример. То есть есть какой-то фон, и я очень сильно обратила внимание на эту работу, мне очень понравилось. Ну, очень необычная подача, и вот такие вещи, они очень цепляют и добавляют гораздо больше интереса к работе. Вот поэтому такой совет, делайте не просто персонажа, а делайте его в каком-то небольшом контексте. Но это не относится к портретам, мне кажется, портреты самодостаточны сами по себе, и там не обязательно должно что-то присутствовать. Вот, что я еще могу посоветовать? Это тоже относится к арт-стейшену. Ну, хотя вообще контраст — это вещь, о которой тоже говорят очень много концептеров-художников, что контраст в работе очень важен, это соотношение фон-предмет, чтобы был силуэт, чтобы он читался, но это набирает особую актуальность на арт-стейшене, потому что каждый день там постится огромное количество работ, и больше всего замечаются те работы, которые контрастные. И мы видим, что здесь я просто сделала скрин из ArtStation в пиксах. Очень много работ, где добились контраста тем, что сделали очень белый фон. И это сразу цепляет взгляд. И вы замечаете такие работы в первую очередь. И кликаете на них. Или там, например, сделали персонажа и сделали ему очень яркий контурный свет. С помощью этого добились контраста. И, в общем, ну, советую следить за тем, чтобы... ваши работы были контрастными, хотя иногда контраст, конечно же, не в тему, если у вас там какая-то туманная работа, там environment, тогда приходится делать неконтрастно. Вот, тоже хороший пример, мне очень нравится. Мне вообще очень нравятся карты Гвент, как рисуют. Тоже ими вдохновляюсь. Как тут здорово сделали контраст, то есть в середине луч света по бокам уходит в темень. Я вот тоже люблю такие штуки делать, когда все уходит в темень, кроме фокуса. Маш, а подскажи, пожалуйста, там как раз вопрос был тоже про Гвен, поэтому не напомнила, на каком уровне вообще нужно 3D, там, ZBrush для иллюстратора, и говорили как раз иллюстратор для Гвента, и иллюстратор не декоративный, а для какого-то промо-арта. Вот, надеюсь, понятно объяснили, как ты считаешь? Вообще, ну, нужно? Там, конечно, уровень нужен намного ниже, чем обычному 3D-шнику. Намного-намного ниже, то есть там не нужно... Ну, хотя еще это зависит от того, насколько сильно вы используете 3D в своем концепте. Сейчас я найду... Знаете, художник Стефан Вутер-Ричард. Вот.
мне тоже нравится этот художник как пример для подражания, в том смысле, что он начал довольно поздно, и он начал с того, что он стал делать свои работы через 3D, через болванки. Так, это не... где бы найти? Ну вот, посмотрите, он часто выкладывает какие-то мейкофы, и гамрод у него тоже есть. И он там не заморачивается с текстурами, не заморачивается с UV, всякими, то, что у 3D-шников. Ну, то есть, те инструменты, которыми пользуются концептерами, ну, пару месяцев, я думаю, хватит освоить. К тому же, сейчас есть курсы, которые предназначены для изучения 3D специально для концептеров. Ответил на вопрос? Я думаю, вполне. Да, хотел сказать, что да. Ты просто скажи, когда тебе лучше задавать вопрос, потому что вроде как у тебя такая лекция, и не хочется перебивать. Не, я думаю, нормально, и вопросы вполне в тему, так что все хорошо. А правило 2/3, обязательно, если не знаете, посмотрите, про это пишут очень много статей, там на тему композиции. Просто почему? Я же здесь как бы вам не расписываю там весь курс, там всего, что нужно знать. Но я обращаю внимание именно на эту вещь, потому что я считаю, что она очень важна, и очень важно ее использовать. Ну, основной принцип тут такой, что человеческий глаз не любит соотношение один к одному. И это касается не только расположения объектов в кадре, да, что половина персонажа, половина фона, как я говорила, да. Это касается, например, когда вы... текстурите персонажа, и у него есть какие-то темные цвета там в одежде, есть светлые. Если вы делаете один к одному соотношение темного и светлого, это будет смотреться скучно. А если какой-то один цвет доминирует над другим, это будет интереснее. То есть это не только композиция, это касается вообще всего, и моделинга, и концепта, и так далее. И вот, обязательно посмотрите про это, если не знаете. Советы по фону. В принципе, я люблю, когда фон гармонирует с персонажем. И поэтому я говорю, что освещение должно соответствовать фону. Вот, как, например, с этим примером, фон черный, и он сам в тени. И мы понимаем, что да, он находится в каком-то темном месте. Бывает, что люди делают работу, которая хорошо освещена, но все равно им делают черный фон. И иногда это кажется, что как будто просто фон вырезали и удалили. То есть он не выглядит принадлежащим этому фону. И вот тот пример, что я сделала фон красным, причем сам персонаж у меня вообще такой в сером материале. Но я осветила его красным источником, чтобы просто показать, что он находится в этой среде. И вот у него тут немножко красненькое. Как-то немножко подчеркнула его связь с фоном. Вот, советую обращать на это внимание. И тот прием, который я тоже очень люблю, широко использую и, ну, вижу его, обращаю внимание везде, это градиенты. Градиенты тоже могут быть и как композиционно, то есть там от темного к светлому, и это ведет наш глаз, и человеческий глаз тоже очень любит градиенты, и работа, где градиенты, выглядит привлекательнее. Плюс градиенты могут быть на текстуре, и вот персонажи Dota используют этот принцип, что у них от верх более важного к низу идет от светлого к темному, и это позволяет фокусироваться на более важной части и уводить в расфокус более неважную часть. Вот еще один пример environment с градиентом. Ну и, конечно, вот на скульптурах и на освещении, на текстурах это тоже вполне можно использовать, это очень крутой прием. Вот, покажу теперь свой пайплайн от момента лепки до, соответственно, готовой работы. Значит, вот мы имеем скульпт. Так, я резко перешла, прям с одного на другое. Все слепили. И нам нужно это отрендерить. Встает вопрос, где рендерить? Где более красивый результат мы получим?
Ну, у меня ответ однозначен. То есть есть три варианта, где можно рендерить. Можно рендерить в самом ZBrush, и, в принципе, это тоже вполне себе вариант. Здесь есть инструменты, настройки свои, теней, и можно найти уроки по рендеру в ZBrush. Можно свести это, потом все и закомпозить в Photoshop, то есть можно выгрузить разные пасы. Вот, первый вариант ZBrush. Второй вариант — это реалтаймовые рендеры типа Marmoset. И сейчас Marmoset набрал очень большую популярность, и на том же RStation очень много 3D-работ отрендеренных в Marmoset. Но я сознательно отказалась от идеи рендерить в Marmoset, потому что я считаю, что он с помощью Marmoset нельзя добиться такого хорошего результата, как на ретрейсовых рендерах типа V-Ray, Arnold, Redshift и прочих. Поэтому я пользуюсь, вот на данный момент я пользуюсь Redshift. И чтобы перенести модели в Redshift, мы делаем несколько действий. Значит, я не использую Displacement. Я не буду сейчас рассказывать, что такое Displacement, это другая тема. В общем, вместо того, чтобы использовать какие-то дополнительные текстуры, я пропускаю модель через Decimation Master. То есть сейчас, например, вот у этой башки 2 миллиона полигонов. После Decimation Master у нее 250 тысяч. То есть уменьшилось в 10 раз. И каждая моделька превращается вот в такие треугольнички. То есть сокращается количество полигонов. Находится это в The Plugin. Decimation Master, и здесь я ваша включить кнопку Keep UVs. Но чтобы ее затекстурить, потому что я заинтересована в том, чтобы затекстурить работу тоже, не рендерить ее в сером материале. Мне кажется, затекстуренная работа выглядит интереснее, чем работа в сером материале. У нее все равно есть первый сабдив, у которого есть UV. UV автоматическая. По топологии тоже автоматическая, мы экономим времени на то, что нам не нужно, делаем только то, что нам нужно, поэтому максимально, что можно сделать автоматически, мы делаем автоматически. И вот эту модель на первом UV я отправляю на текстуринг. Чтобы отправить на текстуринг, мне нужно запечь из ZBrush одну карту в Multimap Exporter, Normal Map. Она мне нужна для Substance Painter. Сколько у нас времени осталось? Примерно 45 час. Минут. Да, может, час. Ух ты! Да, быстро время летит. Значит, Говори, сейчас немножко войду в подробности, хотя это такие вот технические вещи, да, просто чтобы не оставалось никаких вопросов. Перед тем, как импортнуть это в Substance Painter, я сначала это экспорчу в Maya, чтобы разбросать каждый объект по UDIM. Это мне сэкономит времени в будущем. Время в будущем. Значит, у меня тут есть Horse Undead for texturing файл. Я все собрала, все на первом сабдиве в этой сцене. И разбросала ее по разным участкам текстур. И когда я открываю в Substance Painter, у меня создаются автоматические объекты по номерам этих UDIM-ов. Вот. А на создание такой текстуры у меня уходит относительно мало времени. Пару часов. И обычно я делаю как? Я беру набор текстур, которые я делала для какого-то моего прошлого проекта. Например, я делала работу Король Лев. Текстурила его. И то, что я затекстурила на нем, мне пригодилось потом для этой работы. То есть я скопировала все слои с Короля Льва и вставила сюда. Даже у меня папка, название папки осталось Lion King Mud. Но уже стало под эту модель просто все немножко менять. Сейчас мы отключим все слои.
То есть, вот заливка. Значит, видим, значит, я добавляю слой светлее, но остаются темные участки. А, значит, мы же сюда притащили нашу нормалку, которую мы запекли в ZBrush'е. И чтобы получить остальные карты, мы просто бейкаем их здесь. Мы отключаем Normal и ID, нам не нужно. Ой, отключаем. Остальное мы включаем. И получаем все остальные текстуры. У нас есть уже и окклюжены, курватуры, и все, что нам может пригодиться. Вот, и вот этот слой более светлый я назначил по карте окклюжена. Потом еще один слой по карте окклюжена. Потом более светлые участки. То есть, когда я это все делаю, я смотрю на те вещи, которые мне нравятся, на те референсы. Я могу открыть свой PRF по лошади, то есть то, что я собрала конкретно для лошади. Сейчас я найду. Так, вот оно. То есть это не совсем полет фантазии, я смотрю на какие-то ориентиры, и пытаюсь принести в свою работу нечто похожее. Вот я собрала то, что мне было интересно именно по текстурам. Вот, а вообще по лошади вот столько референсов я примерно собрала. Здесь, кстати, большую долю референсов имеют картинки из одной из моих любимых книг Art of Animal Drawing. Мне просто очень нравятся рисунки оттуда. Вот как раз то, что я говорила, что я люблю лайн-арт, и они очень пластичные. И хочется скульптуры тоже такими же пластичными делать. Да, еще надо показать. Собственно, я нарисовала сначала скетч для этой лошади. Это более старый. О, пусть будет он. Ну, собственно, опираясь на как раз вот примерно такие рисунки, где животное в движении, хотелось какое-то движение. Вот, вернемся к текстуре. Значит, это слой с небольшим бампом, который делает фактурность. Еще затемнение. То есть тут много всяких слоев, но каждый можно за минуту добавить и быстро накинуть его с помощью. Есть генераторы, есть процедуры в Substance Painter. То есть рисовать в основном нужно маски. А сам слой, который диктуется, что он делает, можно брать из вашего предыдущего проекта. Сейчас мы найдем, где у нас шов. Вот. По процедурам можно делать маску. Можно маску рисовать самому от руки. Можно маску там по Emmett Occlusion и так далее. То есть тут вариантов много. Как можно делать. В целом, я хочу показать, что в текстурах абсолютно ничего сложного. Я не добивалась какого-то особого реализма. Так. Запуталась. Вот, видим, здесь маска-генератор. Еще бамп и еще бамп. То есть разные цвета, разные бампы, и на каждом слое еще различается параметр roughness, поэтому по roughness тоже есть вариации, которые тоже немножко повышают реализм. Но в целом, как бы такая текстура, она на реализм не претендует. Это именно экспрессия цветов и достижение какого-то вот именно красивого результата, но не обязательно реалистичного, как мне кажется. Вот, альбедо в итоге получилась вот такая. Экспорчу я ее. В общем, экспортнула. И открываю это все в Maya снова, но уже не на первом сабдиве, как я делала для текстуринга, а decimation версию. Спрашивают про разрешение текстуры какое. Так, разрешение текстуры. Сейчас еще раз открою. По-моему, я все делала. Не-не, у меня где-то 50 на 50. Есть 4К, есть 2К куски. Советую на текстуре никогда не экономить.
Чем больше у вас текстура, тем будет лучше. Вот такие вот всякие вот штучки, они будут офигенно выглядеть, если разрешение текстуры большое. Сейчас оно вот здесь в Substance Painter стоит 2К, но выгружаю я ее в 4К, и на самом деле на рендере она будет выглядеть лучше, чем здесь во Viewport смотрится. Сейчас попробую переключить. Угу. Ну вот уже видно. И... Угу. Да, еще вопрос вдогонку. Просит еще раз про displacement рассказать, почему ты его не юзаешь. А, не юзу displacement, потому что он рендерится дольше, по факту, чем mm-hmm. обычная геометрия Simulation Master. И плюс mm-hmm. У меня есть, ну, такие какие-то претензии, то есть если я отрендерю с displacement и так сильно приближу и сравню качество Simulation модели, мне кажется, что displacement более размыленный получается, возможно, потому что я там иногда все-таки экономлю на текстуре, и чтобы достичь полной идентичности с брашному, с брашной модели нужно очень хорошее разрешение дисплейсмента, иначе будут проблемы с качеством. Ну и, соответственно, чем больше у вас текстур дисплейсмента, тем медленнее у вас будет рендер. По поводу самих рендеров. Почему я пришла к Redshift? Потому что это реал-таймовый рендер, и по факту рендерится намного быстрее, чем V-Ray и Arnold, и аналогичные рендеры. Мне, ну, я его попробовала, мне сразу понравилось, и все, я теперь только на нем. Для всей этой лошади, хоть кусков много и текстур много, но я создала один единственный материал, main mat, и загрузила туда 3 текстуры. Это Diffuse, Roughness и Bump. А Metallic я не загружала, потому что Metallic у нас нет. Кстати, это еще одна причина, почему я использую Redshift, потому что он поддерживает Metallic текстуру, в отличие от других некоторых рендеров. И это очень удобно в связке с Substance Painter. Я просто помечаю, что это не металл, и все. Текстуру не загружаю. А на остальные текстуры я указываю, что текстура UDIM. То есть он тут спрашивает UV Tiling Mod, UDIM включаю. И он ищет, нашел 7 текстур. То есть не нужно создавать каждый материал для каждого объекта и каждой текстуры на все один материал. Но на вот этот объект другой материал. Кстати, я его сейчас перегружу на всякий случай. Создам на фон заново. Вот. У нас параллельно есть еще вопрос. Какую самую сложную задачу ты получала за все свои годы работы, и что это было? Для меня сложная задача, наверное, как раз когда они очень тяжелые по количеству геометрии и текстур, и тебе нужно сделать много тяжелых текстур, там по 8К и там по 20 штук на персонажа, у тебя начинает тормозить Substance Painter, и если тебе, не дай бог, их надо еще потестить и отрендерить, даже сильный компьютер, да, это все равно ожидание, пока это все трендерится, и у меня начинает немножко ехать крыша, вот именно когда задача объемная. И когда на нее иногда она бывает одновременно и объемной, и на нее дают маленькие сроки. Ну, кстати, это бывает нормально, что на объемную задачу дают маленький срок, если в том же синематике персонаж как-то так мелькнул быстро в камере, он не главный, поэтому его не нужно супер подробно делать, но при этом все равно задача объемная. Вот, такие задачи мне, наверное, тяжелее всего делать. То есть такой, ну, возникает стресс, а успею ли я сделать, там, дедлайн и все такое. Вот. А что я использую в Redshift? Хочу как бы успокоить всех, ну, есть такое мнение, что вот эти все V-Ray и прочие рендеры, они сложные, но это было... Это было верно раньше, но сейчас они сильно упростились, и гораздо за меньшим количеством настроек нужно следить. Я немножко настраиваю качество, и в основном я смотрю, как там в тутерах люди настраивают, и просто там вбиваю те же значения. Я обязательно пользуюсь AOV,
В Vray это называется Render Elements. Что это такое? Чтобы узнать, что это такое, я могу посоветовать посмотреть. Например, если вас Redshift интересует, Maya OLV Tutorial. И он рассказывает, на какие составные делится картинка. То есть каждая 3D-картинка отрендеренная делится на пассы, которые обычно композеры сводят в нюки. Но если вы простой моделер, то, скорее всего, вы это будете делать в фотошопе, если будете делать. И каждую 3D-картинку можно разбить на диффуз, отражение, SSS, преломление, свечение. То есть это все отдельные картинки, которые в фотошопе складываются в одну главную картинку. И вот здесь он показывает, на какие картинки она делится, и какие еще картинки вообще могут пригодиться. Один из таких пассов — это еще Ambient Occlusion, который, в принципе, знаком. Я его тоже делаю и добавляю иногда в фотошопе. Потом пасс, который я обязательно делаю, — это Puzzle Mate, он называется в Redshift. Это маски для объекта. Я сразу открою лошадь в фотошопе. Как раз для того, чтобы работать, например, с фоном отдельно от самого объекта. Если мы хотим поменять с фоном, если мы сделали такой пасс, Puzzle Mate, мы очень легко можем это сделать. Значит, я добавляю вот Puzzle Mate, у меня здесь две штуки, хотя на самом деле одна лишняя. И у меня назначен на фон один ID в шейдинг группе материала. Вот здесь, материал 1.0. А на лошадь назначен другой. 4. И, соответственно, у меня... То есть там максимальное количество ID, по-моему, 3 штуки, если я открою композ моей предыдущей работы. Покажу, как это выглядит. Значит, у нас есть 3 канала: красный, зеленый и голубой. И все 3 канала могут использоваться в этой карте. И я разделила, значит, фон, какие-то объекты спереди, которые я теоретически могу как-то менять в фотошопе, и второй план. И их легко потом в каналах выделять то, что вам нужно. И в новый слой помещать с прозрачностью. И вот у вас маска для этого объекта. Плюс еще вот position, то, что я выделю. Position — это глубина, карта глубины. Посмотрю, есть ли она. Да, в лошади она есть. Карту глубины мы помещаем в альфа-канал, мы создаем новый канал, и мы видим, что более близкий к нам, то, к чему камера находится близко, он темный, потом уходит в светлое. И с помощью этого канала мы можем делать потом размытие глубины и резкости. Я сразу покажу. Лошадка. Ежик в тумане. Если мы, например, все объединим. Фильтр. Извините, у меня фотошоп на русском. Надеюсь, что это не ничего сильно... страшного, у меня тоже. Единственный человек, который по поводу этого возмущался, это был Джама Джурабаев, и ему мы тогда пошутили, что в следующий раз мы дадим ему фотошоп на украинском или на белорусском языке. Да, и попробуй объясни. Значит, здесь я выбираю источник размытия, это вот моя альфа-1. И по этой альфе можно задавать фокусную точку, на что мы хотим обращать наше внимание, а остальное будет размываться. И это очень классный эффект, повышает там фотореалистичность работы. И особенно он актуален, мне кажется, для портретов. Потому что портреты, как бы камера смотрит... Ну, вообще вот этот эффект размытия, он обычно применяется больше для маленьких объектов, а для масштабных он меньше применяется. И даже есть такая тема, что если взять какой-то там
фотографию города и сделать ему этот эффект, то он будет выглядеть как игрушечный город. Так, поменяем. Ну, это я, конечно, очень сильно размыла. Но работает оно вот так. И я это использую, но не всегда. Иногда не использую. Но так как у меня вот тоже здесь уже все настроено и сохранено, когда я начинаю следующую работу, следующий рендер, я просто беру эту сцену, где уже все настроено, удаляю предыдущий объект и модель, и добавляю новую модель. И когда я жму рендер, у меня уже все вот это, что у меня тут есть, оно уже рендерится автоматически. Оно появляется обычно в папке с проектом. Вот в виде такого списка картинок. В общем, если вы этим заморачиваетесь, то у вас больше контроля на стадии фотошопа. Вы больше можете всяких крутых фишек сделать. Если вы просто отрендерили и все, у вас одна картинка, у вас ну, меньше свободы править это в фотошопе. Так. GI, Global Illumination, я в Redshift использую, но не всегда, и я стараюсь тоже не ставить очень высокие настройки, чтобы долго не рендерить, потому что Global Illumination, что это такое? У нас есть основные источники света, которые освещают объект, но помимо света, который идет от источников, объект еще освещает объект, свет, когда летит, он отталкивается от других объектов и светит несколько раз, отталкивается и затухает. И когда вы рендерите, за счет света у вас только ну, свет от света, а этих отталкиваний не происходит. А Global Illumination — это система, которая эмулирует эти отталкивания света. И поэтому, если у вас, например, зеленая стена, она будет освещать ваш объект. И это очень здорово, это добавляет реализм, и, кстати, в последнем Marmosetе они тоже добавили этот Global Illumination, там он тоже теперь есть. Но эта вещь тоже довольно дорогая по времени рендера, и она... ее могут возникнуть проблемы с контролем этого. Потому что иногда он может слишком сильно пересветить то, что я на самом деле не хочу освещать. И поэтому я делаю так. Я включаю... Здесь обычно используются два паса Global Illumination. Там по классике это Irradiant Cache и Brute Force. Я обычно вот выключаю Brute Force, оставляю только Irradiant Cache. И сейчас я покажу, как на отдельном пассе этот Global Illumination выглядит. Сейчас мы найдем Images GI. Вот, то есть это то, что добавляется, добавляет нам дополнительный свет, который, возможно, ну, мне не всегда нужен. И когда я делала вот эту картинку, я ее собирала полностью по пассам. Я, наверное, ее сейчас не найду. Но вот представьте, я, значит, открываю диффуз. Хватит ли времени, не знаю, это показать. Нет, я, наверное, сейчас так быстро не разберусь. Но, в общем, фигня в том, что этот Global Illumination я могу добавлять, например, не на полной прозрачности. Если мне кажется, что слишком пересвечено, я могу сделать прозрачность 80%. Если я вижу, что в каком-то месте ну, слишком пересветило, потому что Global Illumination страдает пересветами, когда он настроен на низком качестве. Но мы не хотим повышать наше качество, потому что мы не хотим, чтобы долго рендерилось. И поэтому я просто маской, ну, в фотошопе замазываю там, где мне кажется, пересветило сильно. В общем, такие костыли, ну, как костыли, это экономия времени, но при этом... ну, то есть, в работе вы, скорее всего, так делать не будете, но для своих картинок, мне кажется, это вообще норм так делать. Вот, ну, давайте к постановке света перейдем. Могу посоветовать Тутор, который я посмотрела очень давно, и мне он очень понравился. Там разбирается очень много принципиальных вещей и по композиции.
ну, разные правила, там в том числе и правила 3D рассказывают. Очень полезный. Efficient Cinematic Lighting. Значит, я очень люблю картинки, да, возвращаясь к тому, что меня цепляет, у которых много падающих теней, и когда свет сверху вниз. И там, что я в фотошопе делаю, какие-то выкладки. Вот такие картинки мне очень нравятся. И, ну, поэтому я делаю так же. Я не вижу в этом, на самом деле, ничего как бы сложного. То есть, ну, такое делать легко, но оно очень цепляет. И когда вот там меня спрашивают, как ты делаешь цвет, ну, вроде просто вы берете картинку, которая вам нравится по свету, и делаете так же. Ну, давайте попробуем сделать. Я, наверное, отключу сейчас ядра для Майи, чтобы она не тормозила при рендере. Кстати, это тоже совет, если у вас начинает рендер подвисать компьютер, заходите в диспетчер задач подробности, задать сходство и отключайте пару ядер. И тогда у вас остаются ядра, чтобы заниматься другими процессами, ну и стрим у нас тормозить не будет. Классическое освещение обычно считается из трех источников. Один источник — это свет, который заполняет всю сцену. И обычно это Redshift, Lights, Dome Light. То есть это такой купол, на который можно либо задать один какой-то цвет, либо можно загрузить HDR-ку, как там в Marmoset, в Substance Painter. У меня здесь... Можно по свету тебе вопрос задать? Я, скажем так, сталкивался с таким утверждением, что начинающие 3D-шники, которые делают как раз-таки персонажей, они часто добавляют контурный свет очень сильный. Является ли это в сфере 3D-шников зашкваром? Я так не считаю. Мне кажется... Ну, есть такая тема, что когда что-то много используется, оно становится затертым. И эффект... Ну, вот да, я об этом же. Эффект крутой, но все его уже... Везде лепит, ну да, такое есть, но я не считаю, что это зашквар. Если это на вашей работе смотрится отлично, ну и здорово. И на самом деле то, что зашквар, что не зашквар, решайте вы сами. Так, ну что, включаем. Вот. Вот, это такое глобальное освещение со всех сторон, то есть без какого-то направления, ну, считай, что светит небо. И когда я делаю вот такие темные работы, я обычно делаю его очень слабой интенсивности. Чтобы он вроде бы присутствовал, но совсем чуть-чуть. Что-то у меня начало тормозить. Главное, чтобы стрим не затормозил. Это, кстати, необычно. А, я поняла, почему. Substance Painter очень сильно конфликтует с Redshift. Они оба используют видеокарту, и рендерить, когда включен Substance Painter, невозможно. ZBrush я тоже закрыл. Даже выключаться не хочет. Так, надеюсь, сейчас будет нормально. А обычно у меня так на другом мониторе, но так как мы стримим, можно попробовать его куда-нибудь строить. Ну, пусть будет тут. А, вот у нас есть наш первый источник, то есть цвет отовсюду. Следующий источник мы создаем самый распространенный свет, это вот Physical Light. А в VRA он называется Aria Light. Сейчас нужно объяснить, от чего зависит мягкость и лёсткость теней. Если у нас источник маленький, мы делаем его по скейлу маленький, вот таким маленьким, но при этом он очень яркий по интенсивности.
у нас тени будут жесткие. Это эквивалент Солнцу. Солнце источник маленький, и он далеко. Значит, что я сейчас сделала? Значит, еще раз. У нас карта перспектива персп 1. Предположим. А, это там, где мы просто смотрим в вьюпорте. Есть у нас другая камера перспектива, на которой я уже выставила кадр. Обязательно это надо делать. То есть кадр, на котором мы уже остановились, и мы выставляем свет для этого кадра конкретного. А, и чтобы нам не потерять этот ракурс, я для камеры делаю анимацию. Значит, ставлю положение, мне понравилось это положение, я выделяю положение всей камеры и делаю Key Selected. А другой ракурс, да, это другой кадр с другими ключами, соответственно. Вот, но когда я выставляю свет, я очень люблю смотреть через этот источник света. То есть я создала источник, короче. И захожу в Panels, смотреть через выделенное. И сейчас моя камера — это мой свет. И то, как я подвину, туда идет и свет. Куда я смотрю, туда и свет смотрит. Смотрим. Вот, он меняется. Вот. Значит, сейчас у нас источник маленький и интенсивный, как я уже говорила, поэтому тени жесткие. Но жесткие тени, они иногда работают хорошо, иногда нет. Поэтому, если мы хотим более мягкие тени, то мы делаем большой источник света. Например, 100. И интенсивность, соответственно, гораздо меньше. Раз он такой большой, значит, он не нужна большая интенсивность. Так, он стал таким большим, что он даже потерял камеру. Так, давайте найдем, где он потерялся. Вот он. У нас есть смешной комментарий. Человек пишет: во времена моей молодости нельзя было светильники скейлить. Может, все теперь иначе, а меня и не предупредили. Ну, в 3D можно все. Тут ваши возможности безграничны. Кстати, позволь тогда философский вопрос, а потом мы перейдем к более техническим, скажем так, вопросам. Как ты считаешь, являются, это очень спорный вопрос, люди спорят и на форумах, и везде в социальных сетях, являются ли сейчас 3D-моделеры, 3D-скульпторы в каком-то смысле артистами? То есть, или же у них сейчас больше механическая роль работы по готовым концепт-артам? А, это такая драма, и тоже, мне кажется, причина кризиса. Я, кстати, о ней не написала, хотя надо было. Причина кризиса многих 3D-художников, что... Вот смотрите, давайте вернемся к качествам. Вот креативность, про которую я в самом начале говорила, на данный момент, в сегодняшний день, 3D-художнику креативность нужна меньше, чем многим другим художникам. Потому что он работает по концептам. И многим это не нравится. И это нужно понимать, что вы персонажа придумываете не сами. Ну, персонажа придумал до вас 2D-художник, а вы уже просто исполняете роль. Но мне кажется, что в будущем это будет меняться. И будет, ну, оно сливаться. Вот, и сейчас я как бы сама... Ну, то есть у меня есть такая цель личная. Стать просто художником без привязки к моделингу и, в смысле, без привязки работы по чьим-то чужим концептам, да, мне хочется быть полностью ответственной за свои работы. Поэтому, да, проблема такая есть, и как бы имейте ее в виду, когда выбираете эту профессию. Да. Хорошо, спасибо. Вот. Я же спрашивала. Кстати, хотел еще вот есть 3D-концепт, я написала в скобках, что, но не объяснила.
многие моделеры, да, которым надоело моделить, они говорят, я стану 3D-концептером. Но тут такая вещь, ну, мне кажется, что в принципе такой вещи, как 3D-концептер, ну, она, конечно, встречается иногда, но я бы тут не разделяла. Концептер есть концептер, а то, чем он пользуется, 3D и 2D, это не так важно. Если вы захотели стать концептером, но не хотите учиться рисовать, это не очень выход. Мне кажется, все равно нужно будет. Если только это не hard surface какой-нибудь, там, наверное, можно не учиться рисовать, там как по стопам Булгарова. Но в остальном, если вы хотите стать концептором, вам не уйти от того, что нужно будет арт по полной изучать, в том числе и рисовать. Вот. Хорошо, Маш, вот Лёша говорил про технический вопрос. Я, наверное, уведу все-таки немножко в другую тему, но тем не менее очень много вопросов про железо. И, возможно, это банально, но, пожалуйста, расскажи про какие-то минимальные, возможно, технические требования для 3D-моделирования, потому что спрашивают, можно ли вообще рендерить на ноутбуках, какие вообще конфигурации нужно иметь для того, чтобы рендерить. Вот немножечко про это, потому что очень много вопросов на эту тему, чтобы у ребят была какая-то информация. Ну, смотря что за ноутбук, и, наверное, какой-то минимальный уровень я вам не назову, минимально возможный. Ну, могу сказать, какой у меня. У меня Ryzen 1080 AMD. Здесь сразу напишу. Вот видеокарта GTX 1070. И память 64 гигабайта. Можно 32, можно 16, тоже подойдет. А видеокарту, ну, тоже это не нижний предел, можно сильно слабее, и тоже будет нормально. Конечно, чем больше, тем вам будет комфортнее, и зависит от того, насколько тяжелые у вас рабочие задачи. Иногда они бывают очень тяжелые, иногда не очень. Значит, если вы работаете в ZBrush, вам обязательно нужен процессор хороший, видеокарта не нужна. Если вы работаете в текстуринге, вам обязательно нужна, наоборот, видеокарта, а процессор нужен меньше. И нужна еще очень важна память видеокарты. А рендер тут вот зависит от того, если вы рендерите VRAM, то нужен процессор. Если вы рендерите Redshift или Marmoset, то вам нужна видеокарта. Ну, в общем, в сумме обычно нужно и то, и другое, если обобщить. Вот, сейчас, значит, я вижу, что света слишком много, поэтому я его уменьшаю. Я люблю менять тоже температуру цвета, но так как у нас есть текстуры, я в принципе решила, что играться с температурой особо нету смысла, и можно оставить его белым, потому что цвета у нас уже есть в текстуре. Цвет задника я делаю черным, убираю ему отражение. Я люблю, когда свет... расположение света подчеркивает рельеф модели, потому что если мы поставим плоскоцвет, кстати, на источник света тоже можно поставить ключ. Мне понравилось такое положение сейчас, к примеру, но я хочу еще поэкспериментировать, поэтому я беру этот цвет и вот все его статы я анимирую, делаю ключ. Теперь я могу повернуть его как хочу. Положение света поменяется, но мой результат мне новый не понравился. Я хочу вернуться назад. Сейчас обновится. Я просто передвигаю анимацию туда-сюда, и он возвращается на место. Сейчас мы видим, что наш источник, он присутствует в... То есть наш источник, он виден, как лампа такая, да? И его можно спрятать. Сейчас еще раз это покажу. Вот он. Отключить галочку в свете Visible. Включилось. Но, кстати, по дефолту он квадратный, но можно менять его форму. Можно, например, делать цилиндр.
И это такая вот труба получается. И чем отличается, например, квадрат от сферы? Если квадрат он светит в одну сторону, то сфера светит во все стороны. В каких-то случаях нам нужно, чтобы светило во все стороны. Вот, есть еще эффект, который любят использовать, это затухание света. Когда, ну, он светит, но недалеко. Как этого добиться? Это как раз влияет, ставим ли мы свет далеко от персонажа или близко. Если мы ставим его близко, то это что-то наподобие настольной лампы, у которой сильное затухание. Вот мы поставили, сделали его невидимым, и получается такой светлячок, который светит ярко, но недалеко. Еще немножко его уменьшим. Здесь я ключ лучше уберу, чтобы убрать ключ Delete Selected. Но если посмотреть вот на эту сцену со стороны, отодвину камеру. Мы видим, что этот источник очень быстро затухает, и где-то далеко он уже никак не влияет. Это в том случае, если он находится близко к объекту. Вот, но в случае... Давайте откроем уже готовую сцену с той лошадью, которую я уже финально делала. Еще раз откроем. Что я сделала в итоге? Значит, один общий, как я говорила, и два источника таких направленных. И посмотрим, как далеко они находятся. Но они находятся, кстати, довольно близко, оба. И значит, они быстро затухают. Оба белые. И результат получается... Смотрим. Кстати, для тестов можно Global Illumination, о котором я говорила, отключать нафиг. А когда будет финальный рендер, включите обратно. То же самое с разрешением, его можно временно менять. Сейчас у меня 3000 пикселей по широкой стороне, можно сделать 1,5 легко. Ой, 1,5. И выключу Global Illumination. Тогда будет пошустрее. Сейчас у нас какая-то не та камера. Еще раз перспектива. Вот. И можно по одному отключить цвета и посмотреть, какой вклад делает каждый источник света. Значит, купол нам дает равномерный. Один источник нам светит с одной стороны. Чуть-чуть вот так сбоку, не сильно. И другой источник посильнее светит нам с другого боку. И получается, спереди нам ничего не светит, по бокам светит много. Из-за этого много теней и много рельефа показывается на модели. Ну, вот это мой личный вкус, когда свет... Светит не прямо, а где-то там по бокам, где-то сзади. И, кстати, контурный я тоже люблю свет. Можно сравнить, вот если вы там смотрите фотографии там людей, например, вот когда накачанные люди, да, они там фотографируются, хотят показать рельеф своего тела. Что они делают? Они обычно, ну, ставят такой свет, чтобы от их мышц падали тени. Если они светят спереди, то тело будет казаться менее накачанным, более ровным. Плоским. Да. Какие-нибудь еще есть вопросы по свету? Есть очень хороший вопрос. На самом деле, самый просто вот топ-1, на мой взгляд, вопрос про личный опыт Марии. Мария, какие ошибки ты совершала в первый год работы с 3D? О чем, может быть, жалеешь? Что бы ты сделал бы иначе, если вернулась бы в прошлое, к началу карьеры, простите? Не совсем про свет, а про все вместе.
Ну, мне на самом деле сложно на него ответить, наверное, я что-то делала, но мне кажется, как бы того, о чем я жалею до сих пор, наверное, нету. То есть я немножко меняла свои как бы, специализации, и там у меня были гуляния там от... Ну, сначала там мультфильмы были, да, сначала я там вообще думала, что, может, в архитектурку пойду. Там, потом мультфильмы, потом игры, потом туда-сюда. И там, если посмотреть мое портфолио на Растешине, оно тоже такое довольно разношерстное. Но, как бы, я ничего из этого не считаю ошибкой, то есть, ну, такой путь поиска себя, и что-то попробовала, не понравилось, попробовала еще что-то. И мне кажется, все здорово. В итоге... Ребят, если у вас есть вопросы все-таки там про цвет, про свет или еще что-то, давайте задавайте, потому что времени осталось не так много, к сожалению. Mm-hmm. Еще один лайфхак по свету. Mm-hmm. Есть такое понятие, как лайт-блоки. Это когда вы создаете какой-то объект, который либо полностью, либо частично вам свет блокирует, и это может быть просто какая-то плоскость. И нам, например, не нужен свет в каком-то месте. Так, сейчас переключим камеру. И мы перекрываем свет такой плашкой. И мы скрываем ее видимость из рендера тоже. Если я правильно помню, где это находится. Давайте я это выключу. В render stats. Это shape нода объекта, render stats, primary visibility. По-моему, вот это как раз и отключит. Я могу на всякий случай сейчас удостовериться, открыть рендер сцену с постапокалиптической девушкой. Я там этих штук использовала очень много. Покажу на финале. Видите, у меня идет такой луч света, а по бокам как раз он перекрыт. И я его перекрывала вот такими плашками. Вот они. И так довольно я их усердно перекрывала со всех сторон, потому что я рендерю, мне где-то не нравится, и я там чуть-чуть уменьшила. Я на самом деле очень сильно заморочилась, наверное, даже чересчур. Со светом тут много источников у меня. Вот, и у этих плашек, значит, да, вот здесь отключено primary visibility, чтобы они не были видны, но чтобы они перекрывали, создавали тень. И а материал у нее наполовину прозрачен, то есть она полупрозрачная. То есть она не совсем полностью перекрывает, а наполовину. Opacity у нее включен. Но помимо плашек можно, например, поставить, как, например, решетку или, например, ветку дерева. То есть как бы на сцену падает тень от дерева или от решетки. И дает очень крутой эффект, что подразумевается, что за пределами того, что мы видим, сцены, есть что-то еще, и тени, которые падают, дают нам об этом информацию. Если вы захотите об этом посмотреть, называется light blocking. Как-то так. Вот видите, вот какая тень падает. И они, по-моему, тут еще складывают саму HDR-ку, текстуру этой HDR-ки и на то, какая получается тень. Там, в общем, прикольные эффекты получаются. Вот он назначает текстуру, например, на эту плашку, и тени падают в соответствии с этой текстурой. Это один из приемов. Так вообще, конечно, много можно чего со светом сотворить. Очень интересная тема. Но я так понимаю, что по времени нам нужно уже переходить к фотошопу, да? Ну да, у нас уже времени осталось на самом деле совсем-совсем-совсем мало, то есть буквально мы сейчас опрашиваем последние вопросы и уже закругляемся. Угу. Ну, давайте тогда я прям совсем коротко, я просто покажу, что у меня в фотошопной сцене вот сложного композа. Все отключить или как? Или попеременно включать? Значит, давайте я лучше буду попеременно выключать. Значит, фон я отделила от объекта, чтобы регулировать цвет фона. И делала кое-какие изменения. То есть я сочла, что чтобы фон был темнее.
Потом я делала модификации со слоями рендера. И можно создать модификацию, например, кривые, а с альтом прикрепить ее на нижний слой, и она будет управлять этим слоем. Я стараюсь не менять сами слои, потому что вот этот способ, его легко можно как бы отменить, да, я просто удалила слой, если мне не нравится. А если я меняла сам слой по кривым, то вернуться назад мне потом будет тяжелее. Я сочла, что слишком сильно был освещен вот этот второй план. Он сильно отвлекал от персонажа своей яркостью, и поэтому я его сильно увела в тень. То есть выделила по маске вот этот второй план и затемнила. Потом сочла, что все очень было зеленым, потому что у меня был зеленый источник света, мне как бы хотелось, чтобы все такое было зеленое. И я добавила теплых тонов просто слоем заливкой через наложение светлее. Лайтер называется. С маленькой прозрачностью. И он прикольно влияет вот именно на темные места. Мне вот это нравится, что иногда тени слишком темные, и с помощью вот таких слоев можно высветлять темные места, потому что когда слишком зачерненное, может выглядеть вот именно компьютерная картинка из-за этого. Потом я стала дальше избавляться от зеленого. Тут, блин, очень сложно. Я металась туда, каким мне его сделать, более зеленым или более розовым. Ходила туда-сюда. Я тут даже не все могу слои объяснить, потому что не все я сейчас в данный момент вижу, что они делают. Здесь мне вот как раз, когда есть пасы, они очень помогают. Я вижу, что спекулера как-то не хватает на коже. Но я не хочу перерендеривать это заново. Поэтому я открываю спекулер пас, который у меня уже отрендерен. Спекулер лайтинг. Так, это не то, но вот у девушки тоже он. Сейчас найдем. У меня тут все в кучу. Вот он. Вот. И мне его не хватало. Я могу его добавить побольше, просто добавив еще один раз его. Правда, он мне сейчас не совпадает, потому что я откадрировала. И этот слой в режиме. Еще раз. В режиме добавить. Мы его попробуем как-нибудь продвинуть примерно. Он делает нам отражений, ну, намного больше. И нам нужно, если в каком-то одном месте больше отражений, мы можем сделать черную маску на этот слой. И нарисовать в том месте, где нам нужно отражение больше. Поэтому вот пасы очень удобны как раз с этим. Чтобы не делать рендер заново. Плюс у меня еще тут было, кстати, что на тему контурного света мне захотелось его добавить побольше. Но, опять же, я не хотела перерендеривать, поэтому в своей сцене я отключила все источники света и сделала еще один рендер только с одним задником, с задним источником света. Сейчас я его найду. Должен быть черного цвета. Вот он. Выглядит он вот так. То есть это рендер с одним источником света сзади, который я добавила в фотошопе, прибавила к тому, что у меня было отрендерено. И маской я скрыла там, где я его не хочу видеть. Вот здесь в углу. Плюс я говорила еще про градиенты. То есть тут мне было с краю слишком светло, фокус уводится от персонажа. Я создаю градиент и просто тупо увожу в черное. Также и сверху вниз градиент. Вот, потом вот от зеленого я от розового. От зеленого я еще избавилась. В общем, вот такие модификации.
Что тут еще показать? Ну, такое распространенное еще помимо как увеличить фокус, это виньетка. Вот он, у меня тут есть какой-то слой с виньеткой. А, как она делается? Создаете белый слой. Фильтр коррекции дисторсии. Заходите сюда и делаете виньетку. Тоже вот такая обаянная вещь, но она отлично работает. Я ее много где использую. В режим умножения и прозрачность уменьшается. Прости, пожалуйста, у нас еще один хороший вопрос от нашего подписчика. Приемлем ли оверпейнт на постобработке? В каких количествах? Или оверпейнт нельзя, ибо какой смысл моделить? Сложный вопрос. Я думаю, что в целом приемлемо, но, конечно, должно быть не видно и не очевидно, что вы оверпейнтили. Либо если вы оверпейнтите уже по полной, тогда это уже как бы становится автоматически 2D-работой. И это уже ближе к 2D-иллюстрациям. Если вы это оставляете, то есть вы там в ArtStation по сети, вы же выбираете 2D или 3D. Если вы оставляете 3D, ну, наверное, здесь надо соблюдать какую-то меру и... возможно, что-то получилось некрасиво, и вы способны это замазать. Конечно, да, можно сделать, но следите, чтобы это не полилось. Шикарно. Господа, у нас буквально несколько минут, и поэтому у вас есть время задать вопросы. Сейчас я посмотрю, есть ли какие-то новые интересные вопросы. А спрашивают, сколько времени в среднем у тебя уходит на создание модели по готовому концепту? Зависит от модели, если по готовому. Ну, я стараюсь держаться в рамках 1-2 месяцев. Ну, считаю, что если я работаю, и я это делаю в свободное время. Если я это делаю слишком долго, у меня падает мотивация это делать, и ну, я стараюсь закончить пораньше. А если я делаю что-то, кстати, не по концепту, то иногда работа действительно очень сильно растягивается. Тут концепт, кстати, фактор того, что делается по концепту, очень сильно сокращает время, как я считаю, создание. Хорошо, тут вопрос. Как попасть в ученики к Маше? Ну, я пока не занималась преподаванием, у меня особо и нет опыта в этом. Ну, когда-нибудь в будущем, может быть. А сколько времени осталось? Мне есть смысл сейчас включать, скульптить что-нибудь или уже так заканчиваем? Я думаю, мы здесь можем закончить, и мы просто пригласим тебя отдельно на стрим, где ты изначально будешь что-то скульптить. А, кстати, хотела добавить, я сейчас рассказывала про рендер и Photoshop, но процесс скульпта тоже можно посмотреть, подобных работ, вот таких вот скетчевых, да, вот если наберете в Ютубе, можно посмотреть процесс скульпта оборотня. Таймлапс. Вот. Отлично. Ребят, я не вижу каких-то вопросов в чатике, я не вижу каких-то вопросов непосредственно здесь в нашей табличке, куда ребята задавали вопросы. Поэтому, Маш, пара твоих советов. В итоге такой, знаешь, саммари начинающим, возможно, художникам и вообще людям, которые собираются работать с 3D или уже работают. Beginners и medium. Могу посоветовать, делайте то, что вам интересно, получайте удовольствие от своей деятельности. Ну, могу сказать, не торопитесь и верьте в себя. Если вам оно нравится, то значит все хорошо, как мне кажется. Нравится это занять.
The end, я так понимаю. Хорошо, Маш, огромное тебе спасибо за то, что ты пришла, за то, что ты очень классную лекцию рассказала, очень много интересного. Ребята в чатике тоже говорят огромное спасибо. Я тебе отдельно передам некоторые из тех комплиментов, которые тебе говорили. Вот, спасибо всем тем, кто сегодня был с нами. Мы обязательно пригласим Машу сейчас после стрима. Начнем ее уговаривать, приглашать на следующий раз, думать, когда это все можно сделать, если Маша согласится. Лёша, можешь красиво заканчивать. Спасибо вам, что позвали. Я сама являюсь зрителем ваших стримов, очень люблю. И очень много вдохновения получаю вот этого мотивационного пинка. И продолжайте классно делать то, что вы делаете. Спасибо большое. А с вами были ваши постоянные ведущие Алиса Хуснудинова, Алексей Мельников и наш прекрасный гость Мария Панфилова. Всем удачи и всем пока. Пока-пока.